11 число. Бад... июня? Бад Галим. Галина идет на рекорд. В Боном поплывет. Обещала. Море идеальное. Белый флаг. То есть все прекрасно. Карантин. Людей мало. Ох, прозрачная вода. Ну все. А? Ну, к одному. Так, выплыли за мол. Это метров 150. И поплывем к первому бурю. Ну, до него от берега метров 200. 300, не знаю. Хорошо. Ну, доплыли до первого буя. Это, наверное, не знаю сколько. Надо посмотреть по GPS. Наверное, метров 400 от берега. Вот, Галя ставит свои рекорды. Теперь до октября месяца, как на работу каждое утро. Да повторю я, господи, Галя. До, доплыли до первого буя. Вот вдали хребет Кармель. Наверху монастырь. Там пещера Ильи Пророка у католиков. Внизу пещера Ильи Пророка у православных. Сплошные пещеры. Это пляж вдали. Буй и Галя рядом. Ну вот Галя у первого буя. Рекордсменка. Чего это они не проводят? Они правильно все прицепили. Да, потому что... Вот, погода идеальная. И... Небо голубое. Вода какая она, изумрудная. Берег. Назад, да. К берегу. Медицинский комплекс Рамбам продолжает строиться. Ну, сегодня обратно. Не, до второго не пойдем. До второго буя сегодня не поплывем. Как хочешь, давай поплывем. А ладно, завтра. Да, не хочу. 9:34. Мы во сколько зашли? 8 минут было. 9 часов, 8 минут. Ну ладно, поплыли ко второму бую. Возвращаемся от буя. В воде мы уже 40 минут. Буй здесь далеко. Два видно. Ну что? Все? Все, на берег плывем? Слабый западный ветер. Рыбаки ловят. Мечтают все время поймать кефаль. На местном языке бурей. Вот Цесна летит. Много здесь их летает. Частных самолетиков. Кармель, Стелла Марес, монастырь. Там верхняя станция фуникулера.
были там с Галей в ресторане. Ну все, давай поплыли. Ну вот, подплыли к берегу сейчас. 9 часов 56 минут. 50 минут, да. Пляж чистый, народу мало. Вчера трактор просеял весь песок. Убрала куртки. В общем, все чисто и спокойно. Вода градусов 25, наверное, была. Тепло, с полный штиль. На рейде корабли ждут захода в порт. Все чисто. Ну все, пока, давай. Ну все, давай, все. Пока-пока.